Нужно ли вернуть практику обязательного распределения выпускников вузов, также обсуждали за круглым столом. Еще осенью 2013 года в Госдуму внесли законопроект с предложением возобновить подобную практику. Таким вот способом планируется решить вопрос острой нехватки специалистов в российской глубинке. Студенты, представители учебных заведений и работодатели обсуждали, насколько необходимо целевое распределение выпускников вузов. Заранее провели опрос среди студентов. 806 человек ответили на два основных вопроса. Как вы относитесь к введению обязательного распределения выпускников вузов и готовы ли вы сами трудоустроиться по данной программе? Большинство студентов положительно относятся к программе распределения выпускников. Однако трудоустроиться готовы далеко не все. Выпускники предпочитают выбирать свое будущее самостоятельно. Помогут ли изменения справиться с нехваткой специалистов, каковы преимущества и недостатки данной системы? Обсуждение переросло в бурную дискуссию. Собравшиеся решили, что оба варианта имеют право на существование. А все точки над «и» расставит закон, который Госдуме предстоит рассмотреть и принять.